Так, ну первый тест, короче, я нахожусь возле супермаркета, вот, а напротив, через дорогу находится мой дом, вон, вот там их два, ну, в принципе, практически прямая видимость, то есть, как бы можно связаться, вот, сейчас начнем, сначала с маленькой рации, кстати, внутри маленькая рация не ловила, так, меня тут сигналят, вот это вот моторолка, да, фокусируй. Асот, Асот, это Камыш, как слышно меня, прием. Ждем ответ. Не пойму, неужели не слышат, здесь же маленькое расстояние совсем. Асот, Асот, это Камыш, как слышите, прием. Камыш, я Асот, хорошо слышу, прием. Сейчас будет вторая рация. Ну, в принципе, если маленькая поймала, то уже. Камыш, я Асот, слышу хорошо, прием. Как принимаешь на вторую рацию прием? Камыш, я Асот, вторая рация, хорошо, прием. Так, ну, ибо Фенк УВ-5Р, не знаю, есть ли смысл на него принимать, потому что он принимал на самом деле еще и внутри здания. Асот, я Камыш, как на третьей рации, прием. Третья рация, отлично, прием, лучше всех, прием. Ну, вы, собственно, сами все слышали, третья рация, отлично, лучше всех, прием. Ну, следующий этап, это будет уже на входе в лес, посмотрим, как там. Так, ну, мы тормознулись на входе в лес, сейчас второй сеанс связи будет, сейчас попробуем. Раз, два, ты на пятку будешь или литруху? Как три. Тимур. Так, первая радиостанция Моторола. Вот там вот за деревьями мой дом, расстояние, ну, наверное, 800 метров. Только тут лэпа, конечно, дофига. Вон, ну ладно, то такое. Итак. Асот, Асот, я Камыш, как слышно меня, прием. Какое качество связи, прием? Слышно с помехами, прием. Ну, слышно с помехами, прием. Это 800 метров практически по прямой. Так, теперь берем вторую рацию. Асот, я Камыш, как слышно, прием. Хитер. Камыш, я Асот, слышу хорошо, прием. Ну, тут совсем другое дело. Асот, я Камыш, как слышно, прием. Так, а тут что за сюрпризы? Асот, я Камыш, как слышите, на третью рацию, прием. Камыш, я Асот, прием. Так, ну слышит хорошо, судя по всему, ну как-то не с первого раза. Ну, за связь. Так, ну мы отошли где-то на КМ, заходим вот в лес. Между нами уже есть небольшая череда деревьев. Расстояние где-то около КМ. Понеслась. Оп. Асот, Асот, это Камыш, как слышите, прием. Давай, детка. Давай! Верните деньги. Так, ну попытка номер два. Асот, Асот, это Камыш, как слышите, прием. Ну вот все, километр. Немножко деревьев, немножко линии электропередач. Домов практически нет. И... Так. На ринг выходит более сильный боец. Нет, не этот. Сейчас. Где ж ты тут спряталась? Асот, Асот, это Камыш. Как слышите, прием. Второй Баофенг. Ну. Ну. В прошлый раз все вроде бы брало здесь еще. Попытка номер два. Ну да, еще в лесу брало.
Асот, Асот, это Камыш, как слышите, прием. Что-то шепнуло. Не расслышал, повторите. Как качество связи? Речь уже с обрывками звучит. Ну, то есть она меня то слышит, то не слышит, я уже так подозреваю. То есть уже с большими оговорочками. Ну и посмотрим флагман УВ-5Р. Так, поехали. Асот, Асот, это Камыш, как принимаете на третью рацию, прием. Давай, я в тебя верю. Камыш, я Асот, прием. Ну, мы зашли в лес, короче, первая зеленая рация вообще легла, а вторая такое что-то еле-еле слышно, но на третью пока принимаю хорошо. Как меня слышишь, прием? Как только что меня слышала, прием? Только что слышала про зеленую, про черную рацию, а если только что ты что-то говорил, то неплохо слышала. Ну, в общем, мы сейчас еще чуть дальше пройдем, готовься уже выходить, прием. Слышу хорошо, но уже периодически прорывается, но без помех. Ну, в лесу легла и третья рация. Уверенная связь, это... Километр 300, может, через препятствие показала Баофэнг. Вот это вот УВ-5Р. Моторолка легла очень быстро. Ну, второй Баофэнг еще чуть продержался. Но все равно вот этот вот как-то лучше всего. Хотя мощность у них одинаковая. Ну, дело ж не только в мощности, как говорится.